Друзья, добрый день. Приветствую вас на канале Теплопанель. Мы сейчас находимся на реализованном объекте. Это административно-бытовой корпус завода, производителя детских игрушек. В данном помещении сейчас 21,9 градуса. Все тепло благодаря нашей системе отопления Теплопанель линейка ТОП, которая встроена в конструкцию подвесного потолка и создает необходимый температурный равномерный режим. Данная конструкция водяная, то есть вода, проходя через панель, преобразуется в длинноволновой низкотемпературный инфракрасный луч, который проходит сквозь воздух и нагревает поверхности, тем самым создавая необходимые условия для персонала и клиентов. Вся система регулируется при помощи автоматики. Посмотрите, как все эстетично и гармонично выглядит. Также, используя нашу систему отопления, заказчики имеют прямую возможность уменьшать расходы на отопление ежемесячно до 52%. Поэтому, если вас заинтересовала данная система, либо вы хотите поподробнее узнать, как она работает, оставляйте заявку по ссылке под видеороликом, и наши специалисты в ближайшее время с вами свяжутся и все подробно расскажут. Если вы хотите понять механику работы данной панели, то в YouTube во вкладке «Плейлист» можете выбрать вкладку «Семинары», и там есть подробный разбор с вопросами и ответами на систему работы отопления. Если вам понадобятся видеокомментарии собственников, главных инженеров, главных энергетиков, также обратитесь к нашим специалистам, напишите ваш комментарий, и мы вам предоставим всю необходимую информацию и ссылки на видеоролики для подробного разбора. Если у вас остались вопросы, также в дополнение пишите в комментариях, либо оставайте свою почту, и наши специалисты также с вами свяжутся. Будем держать вас в курсе событий. Всем удачи!